И снова здравствуйте, всем привет. Итак, Валли какой-никакой есть, как-то там все крутится. Ну, в принципе, можно с двух роликов сделать уже, значит, анимацию этому персонажу. Ну, а как будет делаться один персонаж, допустим, да, без вот этой вот его, так сказать, пассии? Давайте с ней немножко поработаем. Тут очень просто. Вот эта модель, даже не будем заморачиваться, Shift-A. Добавим арматуру Single Bone, опять же N-панель, Screencast Key, N-панель, сделаем это всему делу Viewport Display in Front, чтобы видеть спереди. И смотрите, тут система какая. У нас тело может крутиться, значит, полностью, да? Ну, должна крутиться. Так, заходим, значит, в Edit Mode. Тройка на numpad, и тогда здесь сделаем root кость. Поднесем ее к низу. Так, Shift A. Добавляем еще косточку. Так, если у нас будет кручение за счет root кости, это одна штука. Если нам нужно будет, чтобы крутился и один персонаж, и второй без рут кости, а рут кость только для переноса персонажа, тогда выставляем это дело на центр. Находим вот этой штуки центр. Так, вот таким вот образом, да? Ну, чтобы все это не сбивалось, можно вот, чтобы просто кость крутить вокруг своей оси. Ctrl-Z, Ctrl-Z. Еще какой есть вариант, то это мы добавляем, значит, вот эту косточку куда-нибудь там, ну, допустим, чуть пониже ее поставить, да, вот так. Находим центр и от центра уже выводим кость. И привязку делаем только вот к этой кости, вот этого тела. Так, теперь, значит, нам то же самое, голова-то у нас будет крутиться. Можем сделать точно так же, значит, чтобы ничего не сбивалось, Shift-D, поднимаем это тоже кверху, находим где-то центр, чтобы это все привязка была более-менее ровно. Так, теперь что у нас? Руки, да? Руки у нас идут отдельно, вытаскиваем E, значит, косточку. Да, руки будут отделяться, полностью переноситься. Тут, в принципе, не столь важно. Это делаем Alt-P, Clear Parent, единица на numpad, и все это дело подставим к нашей вот этой, к нашему плечу. Сразу так раз. Все, это дело присторопленно. Теперь поправляем здесь. Ну, будет вот такая штука. Так, нижняя, вот эти две косточки, вот эти две, вяжем к рут кости, Ctrl-P, Keep Offset. Вот эту кость вяжем, значит, вот к этой кости, вот, к телу, Ctrl-P, Keep Offset. Потому что она двигаться не будет, и, значит, кручения не будет, но она как тазовая. Так, теперь выберем вот эту косточку, зайдем, значит, в арматуру, найдем name, переиначим ее название, чтобы было L, левая. Так, теперь делаем subdivide. Так, пардонте. Делаем симметрию. И все, она, значит, зеркалится. Все привязано к одной косточке, все зашибись. Так, теперь заходим в Object Node. Выбираем нашу голову, выбираем наши кости, заходим в Post Mode, выбираем косточку, которая будет отвечать за кручение, Ctrl-P и делаем Bone. То же самое повторяем с телом, только вяжем вот к этой теперь кости. Сейчас покажу Post Mode, вот к этой косточке. Она будет отвечать за кручение, Ctrl-P, Bone. Ну и можно, или можно крутить руб костью, это уже на усмотрение, да? То же самое делаем, значит, нашими руками. Заходим в Object Mode, выбираем руку одну, выбираем кости, заходим в Post Mode, выбираем косточку, Ctrl-P, Bone, и еще одну руку тоже присобачим.
Postmod, Ctrl-P, вон. Так, заменяем теперь, заходим в WorldMod, заменяем. А, сначала давайте проверим кости. Так, выбираем одну косточку, семерка на нампаде, значит, R, голова будет крутиться, Ctrl-Z, это значит, смотрим, по какой оси будет кручение, чтобы другие оси отключить. Так, это получается ротация будет по X, нам не надо. По Y тоже не надо. По оси Z. Вот. Все, мы можем теперь тут прописывать вот эту косточку. Все, нормально. Так, Alt-P. Так, Alt-P. А, Alt-G, Alt-R. Все, назад вертаем. С этой косточкой то же самое. Значит, это будет по Z кручение. Так. Ну, здесь вот эти вот, значит, у нее руки, они как бы свободно у нее в анимации, да, там, допустим, R перекручиваются, там, Alt, G, там, летают вокруг нее. У них нету как таковой привязки к телу. Там где-то она подкручивается, где-то она там что-то машет, но это дело происходит либо вот в таком положении, вот в таком, но она не близко к это к телу. Так что тут уже затруднений никаких не будет. Alt-G, Alt-R. Так, заменяем, значит, видимость этих костей, вот эти кости для переноса, значит, добавим Rig2, это будет у нас. Пускай будут сферы. Чуть-чуть побольше сделаем, чтобы видеть, да? Ну, можно чуть повыше поднять. Так, назначаем сразу бон-группу, какую-нибудь цветовую. Ну, нейтралку такую. Так, здесь у нас, получается, будут пускай стрелки. Так, стрелки чуть поменьше, и значит, по Z, по-моему, 90. Да. Так, и чуть-чуть их вперед выдвинем и поменьше. Так, чуть-чуть назад. Ну, чтобы знать, что они от середины идут, да? Так, это будут управляшки. Управляшки пусть будут красные на белом фоне. Будет нормально. Так, теперь у нас получается root кость, это само собой, она уже подписана, root кость. Сделаем root кости чуть побольше, чтобы ее видеть. Так, это значит в ноль. Так, это есть такое дело. Ну, а рукам... Так, а что ж придумать рукам? Ну, а рукам давайте финджеры. Во. Значит, финджером добавляем цвет, пускай будет желтый, а вот это, значит, root кость плюс, пусть будет синяя. Ну, вот такой простейший риг, вот такой простой персонаж. Так, теперь, что, значит, у него здесь просто идет звук от персонажа, и у него меняются глаза. Там сердечки, полусферы, полукруги. Давайте все это дело попробуем сделать. Значит, кости я пока скрою H. Теперь Shift-A добавим. Значит, Mesh добавим куб. Зайдем в Edit Mode. Нажмем английскую M. Нажмем Alt-Center. Теперь, значит... Тройка на нампаде, найдем вот этот желтенький кружочек такой и поднимем все это дело до нашего персонажа, до глаз. Отключим, значит, цвет. Так, вот. Вот такая, значит, желтая точечка. Теперь что? Ну, давайте включим. И получается, нам нужно теперь как... Вот такую штуку сделать. Смотрим. Значит, E.
Экстрадируем, экстрадируем. Так, симпатично, чтобы было. Так, теперь. Можно к каждой вершинке, которую вы сделаете, все это дело подводить. Так, и вот сюда, значит, находим, где это Е. Вот она. М, Alt-центр связываем. Так, G. Делаем все это дело помягче, покрасивее. Все это дело уплотняем, подводим. Ну, там можно потом уже, значит, в процессе анимации все это дело расширять, там уменьшать, добавлять. Так, ну вот как-то так. Жмем А и жмем английскую F. Вот один такой получается у нас сводик, да? Так, зайдем в Object Mode. И, значит, его привяжем Set Origin к 3D геометрии и уберем в бок. Так, нам понадобится еще один. Значит, это там где-то у нее 4 варианта глаз, по-моему, да? Еще табло у него здесь есть. Можно и табло точно так же сделать, чтобы она появлялась, значит, там моргала. Так, что еще? Заходим в Add, добавляем Mesh, добавляем куб, опять же, заходим в Edit Mode, английская M, Alt Center, тройка на нампаде. Опять же, все это дело выводим вперед, вверх поднимаем, чтобы видеть на черный фон. Так, единица на нампаде, ближе подводим. Так, теперь, значит, далековато она сидит у нас, значит, в башке. О, вот теперь появилась. И теперь нам нужно сделать сердце. Так, с сердцем будет чуть-чуть попроще, наверное. Так, раз. Ну, если будет несимметрично, просто можно потом сделать симметрию. Или скачать уже, значит, сердце. И потом вот это сердце, значит, сделать M, Alt, Center, ну, короче, нормальным, да? Так, G, все-таки это техника. Это не фигня какая-нибудь. Это должно все тут быть симметрично. Вот, подводим симметрию сюда. И это сюда отпускаем какие-то вершинки. Отводим, надуваем. Ну, словом, A, F. Где-то такая штука. Заходим в Object Mode. И, значит, все это дело, опять же, с Set Origin 3D геометрии. И отводим тоже в бок. Так. Ну, нам понадобятся еще вот эти родные ее глаза, да? Ну, это еще, значит, Shift A, арматуру, так, Mesh, куб. Опять же, заходим в Edit Mode, опять же M, Alt Center, то же самое повторяем. Подводим и здесь уже просто тупо делаем копию. Так, G, E. Ну, просто, как сказать, можно вот эти картинки сделать, значит, сердечками и подставлять на эту текстуру, допустим, да? Я думаю, что вот этот вариант будет лучше. Английская А, делаем F. Так, заходим опять же в Object Mode, и вот уже получились у нас вот этого персонажа три варианта глаз. Ну, теперь нужно наложить вот эту текстурку на них. Что я делаю? Я сделал скриншот. Нажимаете вот так, все, вот, выделяете, делаете скриншот, сохраняете его и потом пользуетесь. Правая кнопка мыши снимает все это дело. Хорошая эта штука скриншота. Так,
Тройка нормальная, единица, все. Теперь, что нам понадобится? Так, вот здесь что у нас такое? Опа. Не на ту вершину я дошел, да? Edit mode. Вот это вот раз. Одну выбираем. Delete. Так, Vertex. Object mode. Заходим теперь UV. Так, Editor. Так, английская А выделяем. Делаем развертку. Так, единица на нампаде. Вот так вот. Таким образом сделаем ее, да? Edit и нажмем куб. Так, куб projection. Так, английская А. Сделаем S. Теперь заходим в шейдинги, добавляем новый материал, добавляем Add текстура, Image Texture. Все это делаем, подключаем, значит, Base Color. Находим нашу текстурку, где она тут находится. Вот она. Смотрим, что получилось. Вот такая штука получилась, да? Ну, мы теперь зайдем в UV Editor. И теперь, значит, R. Сделаем S, G. И все это дело подведем по нашей текстурке. Так, ровненько выровняем, да? Ну, в принципе, нормально. Здесь, чтобы посмотреть, что вы делаете, вот включить вот эту штукенцию, да? Так, теперь куда нам в layout? Ну, видите, что получился нормальный глаз. Так. Угу. Только это левый надо чуть перевернуть. Но это можно отзеркалить, не проблема. Теперь выбираем голову нашей вот этой Евы и заходим в текстуры Paint. Находим, что у нас тут текстура подключена. Все, теперь находим черный цвет, S английская, и все это дело замалевываем. Просто, чтобы это был фон. Когда мы это все дело замалевали, надо обязательно сохранить Save All Image. Следом заходим в шейдинги, находим вот эту вот нашу текстурку. Так, это у нас глаза. Так, вот она у нас черная штука, это Ева файл. Находим image, находим save, save as можно, вот save as. Ну и плюсом. Оп, все, мы ее сохранили. Так, теперь что у нас получается? Вот же, ну, вот эти глаза. Сделаем, значит, R. Можно их делать S. Там. Ну, выдерживать, конечно, нужно наш вот этот, как его называют, стиль. Да? Это значит G. Вот сюда ее подставляем. Там можно еще текстурку сделать поменьше. Растянуть ее. Сейчас покажу, как. Заходим модификаторы, находим мира и по отношению к нашей этой гражданке делаем зеркалку. Применяем файл apply. Если надо, отделяем глаза. Вот получилась такая у нас гражданка. Выбираем глаза, заходим в UV Editor. И значит, что английская А, можно S побольше сделать, но чтобы это дело все видеть. Вот такая у нас штука по текстуре. S. Видите, больше становятся полосы. Так становятся они. О, на черный фон выходит. Но это не есть good. Ну, в принципе, можно и так, да, уменьшать глаза. С черным кантом будут они так. Вот.
найти такие же полоски в интернете и тогда на вот эту текстуру поменять, и будет все прикольно. Так, layout. Так, теперь с этой штукой тоже такая же штука, все то же самое. Я вот еще одну сейчас сделаю, вам покажу. Так, ну давайте сердце-то выберем. Значит, выбираем сердце, заходим в UV Editor, нажимаем опять же колесико, если здесь вот вверху, можно колесико крутить. Так, находим UV, Cube Project UV. Так, заходим в шейдинги, новая текстура, Add текстура Image. Вот так вот. И добавляем ту же текстурку. Так, теперь заходим опять же в UV Editor. И вот это все A. Делаем S. G. Если надо, можно, значит, перекрутить полоски. Сделаем S. Вот, по максимуму, чтобы они побольше были, да? Вот. Ну и так. Вот теперь у нас есть глаза сердцем. Так, вот эти пока поднимем кверху. Так, вот эти сделаем теперь S побольше. Сделаем R перекрутку. G подведем к нашему персонажу. Ну и опять же можно сделать mirror по отношению к нашему персонажу. Сделать файл apply. Все. Вот теперь она с сердцем. То же самое, такие делайте узкие, когда она хихикает. Я оставлю вам вот эту штуку, текстуру, чтобы вы попробовали, да? Alt-H, возвращаем наш рик. Ну вот и все. В принципе, по этому персонажу. Все. Берем за руку, сделаем полет. И там уже нужно найти или скачать мультфильм и уже посмотреть, какие у нее движения. И, так сказать, проникнуться вот этим персонажем. А если вы сделаете анимацию вот этого персонажа, то закинуть, линковать ее, значит, к Валли, это можно прикольную бомбовскую сценку уже сделать. Так, на этом все. Всем пока, до свидания. Вот такая штука, вот такой персонаж.